В УСК Светланы Хоркиной стартовали юбилейные 20-е соревнования по спортивной гимнастике, участниками которых стали более 700 человек. Юные спортсмены из многих городов России, а также из Луганской и Донецкой народных республик, Латвии и Норвегии разыграют 60 комплектов наград. Эти соревнования – это площадка, отличная возможность общения тренеров друг с другом, обмен опытом, подсматривать друг друга, какие-то интересные моменты, связки, упражнения, которые впоследствии отражаются на упражнениях, комбинациях наших детей. Напутствовали спортсменов мэр города Белгорода Юрий Голдун и олимпийские чемпионы по волейболу Тарас Хтей и Сергей Тетюхин. Я хотел бы искренне поблагодарить организаторов. Все это происходит благодаря усилиям всех тех людей, которые искренне любят спорт, которые отдают всего себя, его популяризации и развитию на территории области и страны. Во время церемонии открытия спортсменам и судьям были вручены значки и удостоверения. Мастера спорта Российской Федерации, кандидата в мастера спорта России, спортивного судьи всероссийской категории. Спортсменов, тренеров и болельщиков своим выступлением порадовали участники юниорской студии балета «Мари Данс».